Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Сегодняшняя тема интересует многих. Как быстро обработать несколько сортов, если у вас много? Некоторые садят по 2, по 3 семечка, 20 сортов, даже 30 сортов, потому что все хотят иметь и ранние, и скороспелые, и для засолки. Я уже показывала, как я обрабатываю вот так в стаканчиках, но это очень длительный процесс. Я вам напомню, что я сначала заливаю их туда, потом через сито откидываю, опять помещаю в стаканчик промытые, они немножко там подсыхают, это очень долго. А если нужно быстро, если времени нет, я вот использую еще один метод, называю его ускоренный, потому что у меня, вот я сейчас сею, у меня очень много сортов, все нужно посеять, и ясно, что если... Все мне накладывать в стаканчики, потом промывать через сито, это очень долго. Вот у меня в прошлом году было 127 сортов. 127 семян сортов своих я буду, и нынче еще ввела несколько. Конечно, мне нужен другой способ. Вот в таких случаях я использую ускоренный способ, когда можно сразу много сортов обработать. Сейчас я вам расскажу, но нужно соблюдать два условия. Обязательно, чтобы у вас... была тетрадь со списком, вот я пишу список, и нужно как быть поаккуратнее. Так, сейчас я размещу, чтобы вам было хорошо видно. Беру обыкновенную ткань, можно просто ХБ, можно бинт. И раскладываю все сорта кучками, вот вы видите. Вот один сорт, вот другой. На достаточном расстоянии, потом вы поймете почему, чтобы при скручивании они не соединились. Все сорта у меня уже переписаны в тетрадку, вот по порядку. И больше здесь я никаких пометок не делаю. Я знаю, что у меня первый батяня, потом пудовик, королевский и все так далее. Я вот так закрываю вдвойне, чтобы эта кучка, не дай бог, никуда-то не съехала, не разъехалась. И... по принципу улитки, как вот некоторые сеют в улитку, я всю эту ткань начинаю закручивать. Сейчас я вам покажу. Закручиваю очень плотно, и семена никуда не деваются, они друг с другом не соединяются. Сейчас я дойду до того места, где камера, и вы увидите. Это очень просто и очень быстро. Вот сейчас я в этой улитке положу протравливать водку. 20 минут они у меня полежат, я в этой же улитке, в марлевой, я их прополоскаю водой, тоже не вынимая. В этой же улитке я их подсушу, положу рядом, ну или на грелку, или на батарею. И потом, когда они высохнут, я также осторожно, так же как скрутила, я ее раскручу и по сортам буду высевать. Можно отрезать эти фрагменты, ну, бинта, можно не разрезая, лучше, если вы боитесь перепутать, лучше не разрезать. Вот, все, семена закончились. Еще главное условие, чтобы после семян еще было достаточное такое, как сказать, длинное расстояние бинта, чтобы они никуда не делись. Вот я все заматываю. Если кто-то боится, что перепутаются, можно еще сверху ниткой или резинкой, хоть чем. Все, вот они теперь у нас в домике. Беру емкость, но я большую налила. Можно просто в стопку или в стакан. Это очень экономно. В одном растворе. Вот, все. Я сейчас намочу. Все, вот. Здесь у меня много сортов. Я не помню, сколько, мне надо потом посчитать. Ну, 10, наверное. Так можно накрутить и 20 сортов, и больше. И потом вы высеете. Вот сейчас они у меня протравятся 20 минут. Потом в этой же, вот, в закрутке, я беру и под проточной водой хорошо-хорошо их все-все-все прополощу. Или можно вот так вот просто как... но они вымываются хорошо. Подсохнут, я их раскручу и по списку начинаю сеять. Конечно... вот для такого способа нужно быть очень аккуратным, потому что мы в
темную по записям будем сеять. Но с годами у вас придет опыт. И вот такими, благодаря вот таким методам, простым, эффективным, вы можете сильно ускорить. Вот когда у меня спрашивают, как вы выращиваете одна столько сортов, такое количество. На самом деле все это очень просто. Просто вот когда наработаете, как говорится, руку набьете, все получается легко и непринужденно. Раз, 20 сортов накрутили, замочили все вместе. Потом высеяли быстренько. Они сеются тоже, семена томатов, очень быстро. Все, потом только ухаживать за рассадой. Все, до свидания. Вот это был короткий видеообзор ускоренного метода обработки нескольких сортов томатов. Вот я сейчас торопилась, но когда, если не на съемку, если сидите, вы сядете за стол, аккуратненько наложите, аккуратненько закрутите, все хорошо промоете, посеете. Конечно, способ очень хороший. Советую воспользоваться тем, кто высаживает по 2, по 3 семечка, например, 10-20 сортов. Ясно, что по стаканчикам это очень длительно. До свидания.